L'invio di armi occidentali all'Ucraina rappresentano un passo molto pericoloso. In un'intervista con le agenzie di stampa internazionali a margine del primo giorno del Forum economico di San Pietroburgo, in programma dal 5 all'8 giugno, il presidente russo Vladimir Putin risponde alle domande dei giornalisti senza mezzi termini. Конечно, подобные действия будут окончательно, они сейчас уже дошли до высшей степени деградации, но будут окончательно разрушать международные отношения и будут подрывать международную безопасность. И в конечном итоге, если мы видим, что эти страны втягиваются в войну против нас, а это и есть их прямое участие в войне против Российской Федерации, то мы оставляем за собой право действовать аналогичным образом. Ну, в общем, это путь к очень серьезным проблемам. Nell'intervista Vladimir Putin ha aggiunto che gli Stati Uniti non combattono per l'Ucraina, ma per la propria leadership nel mondo e per questo non vogliono che la Russia prevalga. Ucraina то в Соединенных Штатах никого не интересует. Интересует величие Соединенных Штатов, которые борются не за Украину и не за украинский народ, а за свое величие и за свое лидерство в мире. И ни в коем случае не хотят допустить какой бы то ни было, какого-то ни было успеха России, именно потому что считают, что в этом случае будет нанесен ущерб лидерству США. В этом весь смысл того, что делают США. Где присяжные вынесли вердикт виновен.